не стало известного риотовского скульптора Виталия Казанского. Десятки его скульптур украшают улицы и парки не только Риотова, но и многих городов России и стран СНГ. Казанский – автор символа Риотова – двухметрового бронзового колокола. Он создал бюсты героев на Аллее Славы, памятник академику Владимиру Челомею, а также памятники первому космонавту Юрию Гагарину и академику Сергею Королеву в подмосковном Королеве. Именно Виталий Казанский предложил свою версию памятника Аленушке для жителей Нововоронежа. Предыдущий арт-объект Аленка прославился на всю Россию своей пугающей красотой и получил название «Жуткая Аленка». Виталий Казанский предложил совершенно новый образ основательницы Нововоронежа. Бронзовая красавица жителям города понравилась намного больше, чем ее предшественница. Одной из последних работ Виталия Казанского стала скульптура Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова из фильма «Брат и брат 2». Скульптура должна была стать частью композиции, которую планировали установить в Риотове. Бодров – это прям вот образ того поколения. Для меня вообще человек, ну вот идущий по жизни, как мы его и делаем, да, вот он шел, и жизнь его оборвалась. То есть он человек, который мог, сделал много, мог бы делать еще больше.